классно сделает все, и бордюры, и освещение. Ну, надеемся на лучшее. На данный момент мы выполняем дорожное покрытие финишное дорожными плитами, которые предусмотрены проектом. Потому что тут разрушался постоянно дорожное покрытие, ездить тут было вообще нереально. Я даже сам водитель уже там 12 лет, и я сюда заезжал, и ну, желания у меня особого не было по этому спуску ездить. Перед этим был сделан ряд мероприятий по укреплению склонов, по укреплению дороги, по прокладке ливневой канализации длиной там 400 метров, диаметр 800, ну, не так уж много в городе таких подобных ливневых систем, старых и новых. Но большой поток воды может собирать. Очень большой уклон данного спуска. Из-за этого полноценно использовать технику, которая для этого предназначена для монтажа плиты автокран, не представляется возможным. То, что взялись мэр города и его мэри, взялись за этот спуск крестьянский. Это хорошо, и, конечно, надо должно им сказать спасибо, и будут выборы, и я за него буду. Длится ремонт уже 2 месяца. К октябрю месяцу его закончим.